Всем привет, друзья, с вами Статус. Давайте поговорим в этом видео об экономии. Меня часто спрашивают, действительно ли работает кэшбэк Smarty Sale. И более того, есть даже те, кто умудряется задать вопрос типа такого: а это не кидалово? Кэшбэк априори не может быть кидаловым. Давайте я расскажу вам принцип работы кэшбэка, чтобы развеять все ваши сомнения. Сделаю я это на примере AliExpress. Берем дневные ходовые огни. Стоят они, как мы видим, 1220 рублей. Если мы купим их, продавец получит далеко не всю сумму. AliExpress возьмет со сделки свою комиссию. И часть этой комиссии пойдет на маркетинговые расходы. И часть этих маркетинговых расходов пойдет вебмастерам, которые привлекают клиентов на сайт AliExpress по реферальным ссылкам. Что за реферальные ссылки? Например, листаете вы паблик ВКонтакте про AliExpress, видите интересный товар, переходите по реферальной ссылке из этого паблика на AliExpress, совершаете покупку, и администрация паблика, из которого вы перешли на торговую площадку, автоматически получает небольшой процент от вашей покупки. В данной ситуации паблик привлек клиента на AliExpress, за что и получил денежное вознаграждение. Кэшбэки работают по той же системе, они привлекают вас на ту или иную торговую площадку и за это получают вознаграждение. Только в отличие от пабликов и сайтов, они отдают часть вознаграждения именно вам. Плюс кэшбэков еще и в том, что получать часть потраченных денег можно даже тогда, когда на торговой площадке проводятся различные акции и распродажи. И кэшбэк будет вам дополнительной скидкой к тем, которые уже предоставила вам торговая площадка. Более того, когда вы переходите по реферальной ссылке из какого-либо паблика и после этого активируете кэшбэк, вы автоматически создаете свою реферальную ссылку, и паблик больше не получит процентов от вашей покупки. Этот процент теперь получите вы и ваш кэшбэк. Сам же я часто совершаю покупки в интернете и пользовался 5 различными кэшбэками, сравнивая их преимущества и недостатки. Признаюсь, сложно выделить самый-самый лучший сервис, ведь у каждого есть свои преимущества и недостатки. Но я смело могу выделить несколько топовых кэшбэков, которые заслуживают внимания, и сегодня я хочу рассказать об одном из них. Наверное, как вы уже догадались из названия к видео, это кэшбэк Smarty Sale. Сотрудничаю я с ними уже довольно-таки давно, и в нем есть ряд преимуществ, которые не могут не радовать. Например, это быстрая регистрация через соцсети. Достаточно просто выбрать ту соцсеть, через которую хотите зарегистрироваться, и готово. Ваш аккаунт создан в 2 клика. Можно также зарегистрироваться через e-mail или по номеру телефона, там регистрация займет немного больше времени. Это мой второй аккаунт в этом кэшбэке, создал я его специально, чтобы продемонстрировать, как работает этот сервис и не светить свои личные данные. Надеюсь, вы меня поймете. Регистрация быстрая, и это первый плюс кэшбэка. Далее, что привлекло в мое внимание, это большое количество магазинов, с которыми сотрудничает кэшбэк. Есть удобный поиск магазинов, все они разбиты по категориям в левой части экрана. На каждой странице отображается по 12 магазинов, всего 62 страницы, и на последней расположился всего один магазин. То есть в общей сложности Smarty Sale сотрудничают с 745 магазинами. И это очень круто, на мой взгляд, это второй плюс кэшбэка. Совершить покупку через кэшбэк можно 2 способами. Для этого можно просто перейти в магазин через сайт Smarty Sale или можно установить расширение для браузера. У них есть расширение для 4 популярных браузеров. У меня оно уже установлено, и давайте посмотрим, как оно реализовано. То есть, когда вы посетите магазин, с которым сотрудничает этот кэшбэк, приложение сразу же вам просигнализирует, что необходимо активировать кэшбэк. После активации вы сможете получать проценты от каждой покупки в этом магазине. И я тут столкнулся с первым минусом этого кэшбэка. Это то, что при активации вас снова перекидывает на главную страницу. То есть, если вы перешли в магазин по какой-либо ссылке на страницу конкретного товара, нажали на кнопку «Активировать кэшбэк» в приложении, а вас выкидывает на главную страницу, и вам снова придется искать этот товар в магазине. Неудобно. Но, как мне подсказали в поддержке Smarty Sale, эта проблема лечится легко. Для этого достаточно либо добавить товар в корзину, либо в понравившийся. После того, как приложение перекинет вас обратно на главную страницу, вы просто переходите в корзину и совершаете покупку. Давайте же закажем эти дневные ходовые огни и посмотрим, как быстро нам будет начислен кэшбэк. Для этого произведем оплату. Я сделаю это через WebMoney. Разумеется, весь процесс оплаты я не стал показывать. Теперь переходим в наши заказанные ли и видим, что платеж на данный момент проверяется торговой площадкой. Это, как правило, занимает 10-15 минут. По истечению этого времени обновляем страницу и видим, что платеж уже прошел и товар ожидает отправки. Теперь переходим в наш личный кабинет Smarty Sale и в моих заказах видим, что кэшбэк уже зачислен. И это еще один огромный плюс, ведь многие кэшбэки грешат тем, что кэшбэк зачисляется не сразу, а в течение суток. Разумеется, деньги мы снять не можем, пока не получим
получим товар и не подтвердим, что мы его получили на AliExpress. Ведь, как известно, товар всегда можно вернуть. Или в случае повреждения его на нашей любимой почте России, AliExpress вернет вам всю сумму, потраченную на этот товар. Поэтому кэшбэк будет доступен только после полного завершения сделки. На этом аккаунте у меня уже завершена одна сделка, и теперь мы с вами посмотрим, как быстро можно вывести деньги на кошелек. Обратите внимание, что минимальный порог выплат просто смешной, и выводить можно даже по 5 рублей. Подтверждаем наш Яндекс кошелек. Заказываем выплату. Как мы видим, статус стоит «Ожидает». Ждем буквально пару секунд и нажимаем «Обновить страницу». И вот статус тут же изменился на «Выплачено». Переходим в наш кошелек и видим, что средства уже зачислены. И на мой взгляд, скорость выплаты и скорость зачисления кэшбэка – это огромнейший плюс Smarty Sale. Также в Smarty Sale всегда огромное количество купонов и промокодов, по которым скидки на некоторые товары доходят вплоть до 50%, иногда даже и выше. Подводя итог, я могу сказать смело, что этот кэшбэк отвечает всем моим требованиям. Как человеку, который регулярно совершает покупки на AliExpress и не только. Большинство товаров для обзоров я заказал именно через него. Надеюсь, мне удалось развеять сомнения по поводу целесообразности покупки через кэшбэк, и это видео было для вас полезным. Ставьте лайк, если это так. Ссылку на Smarty Sale я оставлю в описании к видео. До скорых встреч, друзья!